В Нерюнгри ввели действие транспортные карты, с помощью которых можно оплатить проезд по городу. В доступе на данный момент имеется несколько разновидностей карт с лимитом на 20, 40 и 60 поездок. Новинку сразу же испробовали не только журналисты, но и заместитель главы города. На чеке указаны и дата, и маршрут, и стоимость проезда. Что мы ожидаем от этого социального проекта? В первую очередь уменьшение оплаты стоимости проезда. Вот в данном случае, то, что мы разговаривали с нашим перевозчиком, это будет минус 5 рублей с каждого билета. Плюс ко всему мы будем жестко и четко отслеживать и получать информацию онлайн, какие маршруты, насколько, в какие часы времени, какие дни востребованы. То есть для нас это будет наиболее удобным вариантом для предоставления более качественной услуги перевозки граждан города по территории